Обсудили вопросы трудоустройства. В Витебске прошла пресс-конференция с нанимателями города. Представители организации подробно рассказали о предприятиях и требуемых кадрах. Как оказалось, 70% вакансий – рабочие специальности. Какова ситуация на рынке труда и чего ждут от соискателей, узнавала Инна Ширкевич. У Ирины Покликаевой высшее экономическое образование. После безуспешных попыток найти работу по специальности, девушка решила освоить новую профессию. За помощью обратилась в Управление по труду, занятости и социальной защите Витебского горосполкома. Безработную направили на обучение в Витебский государственный профессионально-технический колледж. Теперь же третий месяц она работает на швейном предприятии. Работа, конечно, я довольна, в принципе. Все девочки поддерживают меня, что-то обучают. Мастер с технологом мне дают новые задания. Также, получается, я работаю сейчас на закрепочной машине и на петельной машине. То есть работа быстрая, легкая, пока что не надо никаких усилий прикладывать, сверхсложных. Предприятию более 10 лет. Оно занимается пошивом спортивной одежды и трикотажных изделий на заказ. Сейчас здесь работает порядка 110 человек. Поскольку в прошлом году открыли новый раскройный цех, созрела необходимость в дополнительных кадрах. Благодаря тому, что большое количество моделей отшивается в рамках месяца, конечно, приходится швеям уметь работать на нескольких видах оборудования. Это достаточно сложно. И при этом давать высокий уровень качества. Поэтому нам нужны очень высококвалифицированные швеи. На сегодняшний день подготовленных специалистов очень мало. И мы идем на то, что мы берем людей с небольшим опытом работы, мы их обучаем. Мы их поддерживаем для того, чтобы они чувствовали заботу о себе и оставались работать на предприятии. Как сообщили на пресс-конференции по вопросам трудоустройства, в прошлом году в Витебске новые рабочие места предоставили более 2000 горожанам. В 2018-м эту цифру планируют увеличить как минимум на 460. Предприятия города регулярно заявляют требуемые вакансии. 70% из них составляют рабочие специальности – обувщики, слесари, сантехники, трактористы и электромонтеры. Уровень безработицы у нас 0,72, напряженность на рынке труда уже меньше единицы, у нас больше вакансий, чем самих безработных, поэтому есть уже выбор. И эта работа, которую мы провели в 2017 году, она дала такой прекрасный результат. Все же, по данным Центра занятости, сегодня наиболее востребованы швеи. В Витебске на эту профессию более 200 вакантных мест. Главным требованием для нанимателей, помимо образования, остается желание работать. Инна Ширкевич, Вячеслав Соловьев, телекомпания «Скиф».